попади, попади, брат. Есть, сука! Пизда ему. Давай, Петрович, брат. А где второй? Он дальше уходит прямо. Блядь. Вправо он идет, видишь его? Есть? Нет. Влево пошел. Нести? Нет, нет. Прикол, ебать. Мать, это ебаная вода. Так, пляж делают, нахуй, ебать. У, сука. Гандоны, блядь. Там беспилотник, наверное, хуярит или что-то, блядь. Не видно. Но они трассерами, они хуй попадают, блядь. У, сука. Так а шо там такое летит? Ну беспилотник, ебать, им шо, в прикол чисто, блядь, пострелять, вы его хуй собьете, сука. Пидорасы, блядь. Бля, бля, о, бля, вот отсюда. Он с калаша хуярит, ебать, тупо трассером, как беспилотник. Он шо, конченый, ебать, вообще? Ебать, долбоёб. Ну, тупо он, вот он стоит, вот, отсюда с машины, нахуй. О, видишь? Вот тут стоит второй где-то, блядь. Ебанутые, блядь, уроды нахуй, сука. А туда какие-то пошли. Оттуда еще откуда-то летит. Там что-то по-другому. Пиздец. Это зушки. Перезарядились. Отстреляли вообще так оттуда она пошла, они начали мочить, и она туда ушла, и хуй. Еще моргала, моргала. Куда-то они все стреляют. Я не понимаю. Ну, а так они стреляют, чтобы. Отойди.
отойди. Не понял, что это такое вообще. Хрена не пойму, гляди. А что это такое вообще, и сам не пойму.
Благодаря слаженности, благодаря знанию того, что каждый должен делать на своем рабочем месте, ответственность каждого военнослужащего. Это и способствует выполнению задач. Ну, перевелись в готовность в указанном секторе. Была обнаружена воздушная цель, после чего взяли ее на сопровождение. Произвели опознавание, доложили на вышестоящий командный пункт, что есть цель на таком-то удалении. Старший начальник дал команду на уничтожение воздушной цели, так как цель была не своя по результатам опознавания. Был произведен пуск. Оценив результат стрельбы, цель была поражена. И после этого должен был сменить свою стартовую позицию, но примерно в этом же азимуте увидел вторую цель. Времени сменить позицию не было, так как и прикрываем подразделения, остались бы просто без защиты с неба. Осуществил захват второй воздушной цели. Параметры движения были примерно такие же, как и у первой, что показало. Это был тоже второй самолет. Доложил командиру, и было дано разрешение на пуск второй ракеты. По результатам стрельбы и второй самолет тоже был поражен. Цель несложная, цель хорошо заметная, все параметры ее, все вполне известно, поэтому по ней работать не так сложно. Ну, недостижимые цели, конечно же, есть, но в ходе выполнения данной операции таких целей пока не встречалось. Все цели, которые давал цель распределения вышестоящий начальник, все цели были обстреляны.